Угу. Давай, машинка. Мощная такая, смотри. О! Фига, я врезался, блин. Ладно. Давай, 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 еще ускорение. Вот. Хорошо. В принципе, нормально. Ну, тачки вообще, смотри, вообще плохо. У него колесо заднее. Смотри, как вмялось. Давай, давай, давай. Я знаю, ты сможешь, машинка. Чуть-чуть. Да, Дуда, плей. Всем привет, ребята. Ну что ж, продолжаем играть в нашу машинку Супер-Пупер. Оба, взлетели, полетели. Взлетели, полетели, наш девиз на сегодня. Ускоритель закончился, ну ничего страшного. Мы чуть-чуть с вами не доехали до нашей первой остановки, заправочки. Чуть-чуть совершенно. Попробуем сделать это сейчас. Конечно, если хватит нам бензина. А бензина у нас что-то вообще мало. Не хватает. Зомбаки нас все кусают, как мухи. Поэтому тяжело вообще ехать. Смотри, видишь, машинка как делает. Переворачивает. Хоп, хоп, хоп. Вот так мы даже можем ехать. Так, ну так мы не будем, конечно, ехать. Едем и будем нормально, ровненько. Все, бензинчик у нас на исходе. Все, отлетела крышка. Все, давай, давай, еще немножечко осталось. Бензин закончился. Все. Вообще даже не доехали. Но у нас есть возможность приобрести бензин. Вот. Топливный бак мы увеличиваем. Да, он дорогой. Ну а что делать? Что делать, ребята? Топливный бак дорогой, поэтому приходится покупать. Все равно. Чтоб машинка наш наехала. Вот, турбо мне вообще нравится. Он такая мощная в этом автомобиле. Очень мощная турбо. Колеса у нас новые, да. Мы подкупили колесики вчера. В прошлой серии. И поэтому колеса у нас прям... Ух, огонь. Да. Давай, давай. Оп, 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 оп. Сколько у нас там еще ехать далеко? Ну, не сильно, в принципе, далеко. Но бензинчик у нас... Он у нас тает на глазах. Я смотрю, как он тает. Бензин. Все уходит на ноль. Но, не знаю, доедем, не доедем. А, в принципе, мы доедем, ребята. Доедем, доедем. Знаешь, почему? Блин, вот этот зомбак, если бы не мешал бы. Все, все, мы доехали. Отлично. Хорошо. И заработали немножко денег. 4 миллиона. Так, продолжаем наш путь. Сколько, чего, кого у нас здесь? Чего у нас тут получается? А, ускоритель покупаем, да. Угу. Все, поехали. Поехали. Вот такой у нас вид. Вот мне интересно. Мы потихонечку на побережье едем. Поменяется вид или нет? О, смотри, зомбаки сверху сидят и спрыгивают тогда, когда мы едем. Опа. Вот. Ускоритель я не зря купил, слушай. Опа. Давай, давай, давай. А, закончился. Ладно, ничего страшного. Доедем, доедем. Да куда только еще пока не знаю. О, мы встряли здесь, смотри. Быстрее, быстрее, пока есть у нас с вами бензин. Сейчас посмотрим, да куда можем. А, все, все. Все, ровно, ровно до середины мы доехали. Зомбарь, смотри, висит. Офигеть, смотри. С нами катается. Ай, упал, не выдержал. И этот бежит еще. Офисный. Офисный... Дядька с офиса прибежал. Что купить? Ускоритель либо двигатель? Давай двигатель. Вот, более быстрый разгон и более экономичный расход топлива. Во, вау, вау, смотри, как ускоряемся, круто. Уии, нифига, взлетаем, смотри. Мне это нравится. Во, во, поехали, поехали, во, нормально. Надо, короче, срочно купить ускорители еще. Здесь с ускорителем весело, оказывается, смотри. Ох, ускоритель закончился. Ну, но все равно прикольно. Прикольно, прикольно. Надо будет срочно купить ускоритель, а еще тачка наша разломалась вся в дребезги. Давай, 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 едем, едем, едем. Ух ты! Ой, что там такое падало? Сверху, не знаю. Во! Давай, едь, 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 еще бензин-то у нас есть, давай.
машинка. Ой, развалилась. Фургон наш развалился. Офигеть. И бензин закончился, смотри. Офигеть. Давай купим ускоритель. Угу. И поехали дальше. Опа, оп, 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 оп. Здесь летаем, отлично. Вот, наверх. Не знаю, нужно нам это, наверх машине не надо было ехать. Офигеть, смотри, смотри, мы не можем здесь проехать. Все. Назад откатываемся. Сейчас попробуем с разбегу. Оп, 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 давай, 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 давай. А, не можем. Давай еще раз сейчас проверим. Поехали. Едем, 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 едем. Ай, 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 ай. Нет, нифига, смотри. Вот это здесь подстава. Подстава конкретная. Идем в гараж. Еще раз попробуем. Там нужно аккуратно, ребята, вообще. Там подстава прям жесть. Вот так мы должны забираться всегда. Вот так. Хорошо. Опа, здесь летаем. Ух ты. Чуть-чуть не хватило нам энергии. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, куда мы падаем? Блин. Ладно, буду знать. Зомбарь бежит, бежит, бежит. Давай второй. Давай второго подождем. Да, второй что-то медленно. Я даже приостановил, как бы, машинку-то подождать. Чтобы зомбарь успел сесть. Нет, нифига, не успел. Ой, здесь, смотри, подъемчик такой нехороший. Оп, и давай, давай, немножко, давай. А, все. В смысле? А что это такое? Что случилось? Закончится бензик. Давай купим ускоритель. Угу. И будем копить на автомат, автомат, автомат. Опа. Смотри, вот смотри, наверх. Наверх нам, в принципе, не надо сюда ехать. Да, смотри, как только мы едем наверх. Короче, и мы здесь все застрём. Мы здесь застрём конкретно причем. Да. Наверх нам ехать вообще никак нельзя. Все, сколько мы там получили? 1 миллион? Угу. Нам этот 1 миллион никуда. Опа, взлетаем. Едем. Опа. Вот, туда наверх нам не надо. Ни в коем случае. Все. Тут зомбариков мы давим. Здесь можно чуть-чуть ускориться. Вот так, хорошо. Опа, а, чуть-чуть совсем. Давай, 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 наверх. Ё-моё, у нас время как-то остановилось, а. Ускоритель. Ускоритель был включен, и получилось так, что весь ускоритель улетел. Непонятно куда. Все, бензинчика еще есть, у нас нормально. Так, этот зомбарь бежит за мной. И здесь, наверное, где-то у меня и сломается двигатель, я думаю. А, нет. Быстрее закончился бензин. Так, по деньгам мы можем только себе позволить ускоритель. Хорошо. Едем дальше. Оп. Ускоряемся. Вот здесь прям побольше нужно скорости набрать. Хорошо. И здесь вперед. О, отлично. О, тихо, тихо, тихо. Ровненько надо. Здесь тоже ускоряемся. О, вот так вот. Я уже забыл, где тут ускоряться-то надо. Вот здесь тоже, смотри. Оп, а, чуть-чуть. Ладно, спустимся вниз. Не так страшно, не так критично, как мы полностью уничтожим ускоритель наш. Так, все, хорошо. Доехали. Все, тачка наша вообще рассыпается, я смотрю. Ой, давай вниз. Взрывай все на своем пути. И здесь немножечко осталось проехать. Хорошо. Давай, давай, давай. Наш... монстр трак. Все, закончился бензин, приклеился к дорожке. Ничего не можем купить. Ладно, едем дальше. Ускоряемся. Опа. Все, хорошо. И здесь нужно ускорение. Без ускорения здесь никак. Зомбарей сейчас мы мочим. Оп. Проезжаем. Оп, поехали. Нифига, смотри. Офигеть, тачка наша, смотри как. Вот когда, значит, ускорителя много. Смотри, как весело ехать-то, а. Вообще весело. С ускорителем. Давай, давай, давай. Здесь у нас в тот раз бензин закончился. Ну, или нет. Да, в этом месте. Мы едем дальше. Вот, и снизу мы поедем. Сейчас немножко здесь проедем. Что у нас здесь?
принципе... О, заканчивается бензинчик, все. Все, приятель. Привет. Что здесь можем сейчас купить? Давай, знаешь, что купим? Я думаю, броню. Да. Вот такая вот броня у нас, отлично. Все, поехали. С броней наш автомобиль будет, естественно, крепче. И он не будет ломаться, разваливаться и все прочее. О, он даже, смотри, едет быстрее, смотри, понял? Вот так вот, смотри. Опля! О, он даже, смотри, реально он летит. Броня наша разлетается. Но машинка еще держится. Оп, давай, давай, давай. О, ускоритель закончился. Ё-моё, чуть-чуть не хватает. Надо будет еще нам купить ускорителя все-таки. Ух ты, давай, давай, вперед, вперед. Бензин есть? Есть. Ну, его очень мало. Все, что-то там загорелось уже, блин. Что-то нехорошее с двигателем. Все, закончился бензик. Ничего не можем купить, не хватает денег. Давай, ладно, сейчас проедем. Денег нет, но вы держитесь, да? Опа, ой, наверх не надо нам, абсолютно. Вот сюда здесь проезжаем. Опа. Хорошо. О, отлично, здесь ускоряемся. Блин, вообще, прикинь, такая незадача. Все, ускорителя нет. Здесь вниз и вправо едем. Летим даже, так сказать. Этот, смотри, прицепился к нам все-таки. И второй, смотри. Вдвоем они прицепились до меня. Вот они мне груз делают, а? Смотри, машинка аж... Ее аж крутит из этих зомбарей. Видишь, все-таки они мешают, эти зомбари. И конкретно. Ну, я думаю, нам нужна пушка. Нам нужна пушка. Конкретно причем. Ладно, посмотрим. Сколько у нас сейчас денег? 11 миллионов, а для пушки нужно 15. Ладно, сейчас подкопим. Еще раз смотаемся. И подкопим. Подкопим для новой нашей мощной пушки. Которой мы будем расстреливать зомбаков. Угу. Давай, машинка. Мощная такая, смотри. О! Фига, я врезался, блин. Ладно. Давай, 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 еще ускорение. Вот. Хорошо. В принципе, нормально. Ну, тачки вообще, смотри, вообще плохо. У него колесо заднее. Смотри, как вмялось. Давай, давай, давай. Я знаю, ты сможешь, машинка. Чуть-чуть. Опа, все. Все, бензин закончился. Вот прямо на вот этом месте постоянно заканчивается бензин. Все, покупаем пушку, оружие, да, купить. Отлично, отстреливает зомби. Ух, нифига, какая пушка. Это просто что-то с чем-то. Смотри, 13 патронов у нас. Нифига, она их только так отстреливает. А ну-ка, только она видит зомбарей, она сразу в них стреляет. О, нормально, 3 патрона осталось, правда. Да, патроны закончились. Там 3 зомбака стояло, она 3 раза и выстрелила, пушка эта. Ну, хватило бы, может быть, одной супер пули. Не надо было бы тратить на всех патроны. Ах, здесь такое место нехорошее. Давай, тачка моя, давай, вперед. Все крушит, все ломает. Зомбарей убивает. Вот, все, ускоритель закончился и бензин закончился. Да ёшки-палки. Ага, и ничего такого особенно купить не можем. Ладно, едем еще раз. Еще раз проедем. Попробуем. Вот, здесь взлетаем, смотри. Опа, опа, опа. Нормально, она прям отстреливает этих всех зомбаков. Опа, хорошо. Зомбари. Они прям не ожидали, кстати, зомбаки, что у меня такая пушка будет. Которых я полностью их отстреливаю. Ну, кроме вот этих вот, которые сзади у нас, как крысы идут. Постоянно. Подходят сзади. И все. Ты ничего не можешь сделать, они цепляются на машинку. Ё-моё, давай, давай, давай. Еще вперед, вперед. А, не долетели, не допрыгнули. Ладно, что у нас здесь?
Опа, хорошо, здесь проезжаем быстренько. Бензин закончился и ускоритель закончился. Ну что ж. Да, дорогие друзья, на этом будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем до новых встреч. Пока-пока.